всем доброе утро! Хорошее настроение, отличной погоды. Это Gold Fitness, онлайн-тренировки. Подарок Юрий, сегодня с вами я. 11 время. Итак, у нас с вами РТС АВ. Это тренировка. Круговая тренировка на нижнюю часть тела. Итак, мы с вами возьмем сегодня бедро по силе окружности. И также прямую мышцу живота и совсем немного поясницы. Друзья, если вы готовы, мы начинаем. Для сегодняшнего занятия нам понадобится ковер, бутылочка воды для питья, ну и, в принципе, хорошее настроение. Все, если все эти предметы с вами в наличии, то, значит, мы начинаем. Итак, ноги поставим чуть пошире плечи, открытая грудная клетка, спина прямая. Сделали глубокий вдох, вытянулись вверх и выдох. Дыхание ровное, включайтесь. Хорошо, прокачаем бедро, держитесь вверх, молодцы, держим сильный пресс, хорошо, внимание, круг плечами назад. Делаем максимальное вращение, хорошо, сильный пресс, отлично, идем дальше, степ-тач, свободная работа руками. Как всегда, наш базовый шаг. Step-touch. Широко шагаем. Я надеюсь, все уже научились выполнять это движение. Хорошо. Подъемы бедра. Попеременно правый-левый. Молодцы. Следим за темпом. Музыка у нас сегодня очень позитивная. Спину держим прямой. Руки сгибаем в локте. Живот тянут. Сильный пресс. Молодцы. Внимание. Раз, два подъема. Step-два. Step-два. Обязательно работа руками. Молодцы. Стараемся держать спину прямой. Хорошо. Step-touch. Будем работать руками. Круги у нас будут с несколькими повторениями. Поэтому доберите сил, терпения. По времени эта тренировка у нас займет с вами от 35 до 45 минут. Хорошо. Мах руками. Только руками. Вытянулись спину. Стараемся размять плечо. Очень хорошо. Взгляд перед собой. Отлично. Кёрл. 1-1. Хорошо. Активно работаем руками. Пятку тазом. Держим всегда прямую спину. Плечи расправляем. Молодцы. Очень хорошо. Выпады вправо-влево. Итак, немного бедра. Сегодня нам нужно хорошо его подготовить для тренировки. Молодцы, ниже, ниже. Есть. По два. Право. Влево. Право. Молодцы. Влево. Отлично. Право. Влево. Супер. Хорошо, идем дальше. Руки на полу, наклон вниз, немного статики. Посмотрите, что с пяткой. Еще раз. Вместе. Итак, разгибание, сгибание. Вид сбоку. Все вместе. И последний раз. Держим. Хорошо, дыхание ровное, потянулись вверх. Почувствовали натяжение. Молодцы. Делай так же. Есть. Потянулись. Расправили плечи. Собираем правое-левое. Молодцы. Правое-левое кисть на бедро. Доп, на выдох вверх. И последний раз. Сделали глубокий вдох. Итак, глоток воды. Внимание. Друзья, мы начинаем. Ковер рядом. Хорошее настроение, много сил. Готовы. Полуприсед. Половина. Половина. Есть. Еще ниже. Хорошо. Убираем темп. Отлично. Делим присед пополам. Снизу до середины. И половина. Половина. Молодцы. Половина. Половина. Четыре раза, друзья. Четыре. Держим спину прямой, колено над стопой. Следим за техникой. Хорошо. От середины вверх.
друзья, вместе всегда ходили. Всегда ходили. Молодцы. 4. Полуприсед. 3. Полуприсед. 2. Статика. Стоп. Итак, внимание, статическое положение. Живот вверх, колено на высоту, руки перед собой свободно. Первый круг начинается. Дыхание ровное, напряги бедро. Почувствовали, как будет работать бедро. Готово. Стэп-тач. Ноги будут согнуты в колено. Широко шагаем. Внимание, вид сбоку. Чуть короткий интервал. И два. Два. Хорошо. Полуприседем. Три. Молодцы. Два. И хорошо. Приседаем. Снова. С середины вниз. Дыхание ровное, открытое, грудная клетка. Взгляд перед собой. Друзья, улыбка. Только начинаем. Хорошо. Внимание. Снизу до середины. Поехали. Ей, давай. Середина вверх полностью и хорошо. Отлично. Полные приседания. Все внимание, первое упражнение первого блока. Заканчиваем. Прекрасно. Есть. Шагай назад. Правой. Шаг. Левой также. Шаг. Правой. Очень хорошо. Готов. Вперед шагай правой. И шаг. И левый шаг. Супер. Я всегда перед собой. Шаг. Соединяем. Назад. Шаг. Темп. Поехали. И... Молодцы. Не забываем дышать. Это всегда верхнее усилие. 4 раза. Супер. 3. Супер. 2. Внимание. Шагай вперед правой. Есть. Второе упражнение. Первый круг. Хорошо. Выпады вперед. Только правой. Вперед также. Только правой. Молодцы. Переделайте шаги. Стопы не касайтесь центральной точки. И внимание, будет смена ног. Готово. Левый назад. Правой вперед. Левой. Левой. Очень хорошо. 4. 3. 2. Есть. Стэп-тач. Молодцы, внимание. Это второе упражнение первого круга. Всегда выполняем через стэп-тач такой небольшой отдых. Следующий блок. Небольшой наклон. Наклоните корпус так, чтобы у нас правая и левая кисть была на бедре. И в сторону. В сторону отводящего бедра. Сохраните прямую спину. Я всегда себя фиксирую. Вам рекомендую. Отводим ногу точно в сторону, обязательно наклон. Внимание. Медленно. 3, 1. 3, 2. Вниз. Прекрасно. 3, 2. Вниз. Делайте медленно. 3, 2. Вниз. Друзья, держите всегда прямую спину. Опирайтесь на ногу, будет удобнее. И на каждый шаг. Вверх. 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 Молодцы. Последний. Тайм-аут. Смена рук. Внимание. С вами поменяли руки. Перенесли центр тяжести на правую ногу без отдыха. Продолжаем работать левой ногой. Отведение. Не торопитесь. Кто хочет увеличить нагрузку, старайтесь ногой левой не касаться пола вообще. Сохраняйте баланс, и тогда будет более эффективная тренировка. Молодцы. Сильный пресс. Поясница. Все оттянули. Есть на каждый счет. Прекрасно. Отлично. Дышим.
5. И разгибай. Имитация стажа. Посмотрите. Руки перед собой. И обычный наклон. Немного снять напряжение мышц поясницы. Добавляем бедро без боку. Молодцы, второе упражнение. В этом блоке. Только правой. Посмотрите, насколько правильно я выполняю упражнение. У меня прямая линия от макушки до пятки. Всегда сохраняю баланс. Друзья, левый также. Гоу! Максимально стабильно. Максимально стабильно. Есть. Супер. Step touch. Отдыхаем. Молодцы. Как дела? Как себя чувствуем? Хорошо, нам нужно снова подготовить ковер. Мягкую поверхность. Приготовились. Вверх. Вниз. Начинаем. Да, у кого чувствуется пресс после вчерашней тренировки, кранч функционал, самое время его подлечить. Интервал будет короткий, но очень эффективный. Есть по амплитуде. И обычный кранч. Половина. Выдох всегда на усилие. Пятый. Не забывайте, дышим. Друзья, дышим, дышим. Выдох на усилие. Супер. Есть три пружины. Три. Два. И вниз. Хорошо. Три. Два. И вниз. Все вместе. Три. Два. И вниз. Очень хорошо. Очень хорошо. На каждый счет. Выдох. Да, упражнение довольно-таки сложное, мы делаем его в хорошем темпе. Держим статика. Руки перенесите с кресла перед собой на грудную клетку. Живот втянули. Поднимите корпус максимально, оторвите лопатки. Это очень важно для прямой мышцы живота. Хорошо, посмотрите следующее движение. Итак, в стороны касания коленных суставов. Руки всегда меняют с кресла. Так, чтобы разнообразить жизнь, да, чтобы это было все не однобоко, а симметрично, прекрасно и полную амплитуду. Отлично, очень хорошо. Друзья, еще 4. 3, я готовлюсь к следующему упражнению, чтобы вам показать. Поднимите корпус. Медленно вверх. Таз, выдох. Вниз. Вдох. Выдох. Стоп. Дыхание ровное, живот тянут. Сильный пресс. Вниз. Поработайте ягодицы. Носок потяните на себя. На каждый счет. Посмотрите, я практически нахожусь только на пятках. Работаю тазом. Немного подключив руки и спину. Голову не запрокидывая. Стоп. Держим. Правая. Очень хорошо. Левая. Еще лучше. Правая. Очень хорошо. Левая. Еще лучше. Выдох. 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 Все вместе. Супер. 4. Хорошо. 3. 2. Внимание. Я останусь с вами только на правой ноге. Сейчас вот немного может ягодиц, плюс бедра, задняя поверхность. Это блок такой партерный, но все-таки на нижнюю часть. Вверх последний раз. Меняем ноги. Прекрасно. Очень хорошо. Держим статику. Стол.
расправили плечи, открыли грудную клетку. Дыхание ровное, живот тянули. Держим. Держим. Прекрасно. Идем дальше. Посмотрите. Движение тазом. Тянусь немного рукой. Совсем чуть-чуть функционал. И последний самый. Есть! Внимание! Первый круг закончен. Вы можете сделать глоток воды. Подготовьтесь ко второму кругу. Я вам даю буквально 30 секунд для того, чтобы вы проснулись еще раз и подготовились ко второму кругу. Пьем воду, отдыхаем. Наслаждаемся этим отдыхом коротким. Я убираю ковер, мягкую поверхность. И мы снова переходим с вами к нижней части к ногам. Друзья, стопы. Вот такая позиция. Танцевальная. Расправили плечи, открыли грудную клетку, подготовились. Правый выпад. Левый выпад. Выходит сумо и присед. Готово. Право. Поехали. Центр тяжести на двух ногах. Следи за тем, чтобы колено было всегда над стопой. Плечи расправь. Молодцы. Молодцы. Давай. И раз, два, три. Круто. Раз, два, три. Молодцы. И раз, два, три. Давай. И к левой, к правой, к левой, к правой. Все вместе. Для чего я добавил руки? Я вам показываю на то, чтобы вы очень сконцентрировали внимание на пружине. Все вместе. Раз, два, три. Прекрасно. Раз, два, три. Вы молодцы. А я тоже. Молодцы. Все, идем дальше. По одному вправо-влево. Хорошо. Как ваши ноги? Чувствуете, да? Второй круг. Второй кружок, я бы сказал бы даже. Был первый кружок, сейчас второй кружок. Садика, три счета. Три, два, один. Тайм-аут. Три счета. Три, два, один. Тайм-аут. Давай. Три, два, пять. Три, два, пять. Держим. Три, два, пять. Отлично. Три, два, пять. Обращаем внимание на то, что вы делаете довольно-таки глубокий присед до угла 90 градусов. Снова на каждый счет один к одному. Начинаем. Прекрасно. Не наклоняйся вперед. Смотри перед собой. Не забывай улыбаться. Так, качай, 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 качай нижнюю часть. Поехали. Четыре раза. Три. Два. Последний. Это же исходное положение. Просто подъем бедра. Немножко прямая мышца. Ноги узкие. Делаем касание. Есть. Баланс. Руки. Второй блок. Второго кружка. Второй блок второго кружка. Носок тянем на себя. Разгибание. Квадрицепс. Квадрицепс, да? Очень интенсивно. Квадрик качаем. Внимание. И один. Три. Два. Вниз. Если вы чувствуете, что вам нужно себя зафиксировать, за что-то поддержаться, пожалуйста, держитесь. Основное внимание сконцентрируйте на том, чтобы разгибать ногу. Готово. На каждый счет. Квадрицепс. Вес. Два раза. Идем дальше. Пока утомился квадрицепс, внимание. Третье упражнение. Пресс-планка. Вертикальная. Вместе обязательно держим баланс, нам нужен кор, нам нужна поясница и прямая мышца живота в хорошем тонусе. Четыре раза. Три раза.
два раза. Отлично, ребята, впереди сносим. Центр тяжести, снимаем нагрузку. Вот, тянут, поднимаем только бедро левое. Посмотрите, я всегда держу баланс. Мы сменили ногу, внимание, мы сменили ногу. Так, друзья, отлично. Есть. Добавляем разгибание. Баланс и разгибание. Квадрицепс. Качаем квад. Живо. Молодцы. Прекрасно. Медленно. 3, 1. Поехали. 3, 2. И вниз. Если вам нужно держаться, помните, я всегда проговариваю, то есть основной акцент, конечно же, у нас с вами работа не на балансе, а работа на разгибании, на упражнении. Поэтому будьте готовы к тому, чтобы прихватить где-то за какое-нибудь вертикальное стойку, да, либо упор, и выполнить качественно это упражнение. Идем дальше. Пресс, сладко. Я тоже его выполняю в балансе. Если это тяжело для вас, делайте это упражнение с легким касанием, чтобы немного восстановиться. Я всегда стараюсь акцентировать внимание на балансе, потому что максимально, чтобы кор был в напряжении. Друзья, еще 4. Терпите. 3. Терпите. 2. Еще немного времени. Стопы вместе. Сведите стопы. Обычные приседания, узкие. Молодцы. Продолжаем работать с ногами. Держим прямую спину, живот тянут. Концентрируйте внимание. Колено немного отводите в сторону. Коленки не должны соединяться. 2. 2. Медленно вниз. Медленно вверх. Готово. Вниз. Очень хорошо. Вверх. Плавное движение. Стоп. Выдох. Все вместе. Стоп. И выдох. 3, 1. 3. 2. Вверх взорваться. На носках. 3. 2. Вверх взорваться. На носках. 3. 2. Смотрите, снова присутствует баланс. Я поднимаюсь быстро, опускаюсь медленно. 3, 2, 5. Очень хорошо. 3, 2. Не забывайте дышать, друзья. Больше позитива. Хорошо. Молодцы. Так, каждый счет. Подъем на носках. Разгибание боли не добавим. Ткани ровные. Молодцы. Супер. Последний раз. Наклоны. Почти прямые ноги. Упражнение называется Good Morning. Доброе утро. Да. Отлично. Все. Медленно. 2-2. Ноги почти прямые. Если хотите увеличить нагрузку, вытяните руки перед собой. Это увеличит нагрузку на вашу спину. Вытягиваемся. На каждый счет. Если хотите увеличить, то не хотите, не увеличивайте. Молодцы. 4 раза. Хорошо. 3, 2. Последний раз. Идем дальше. Следующее упражнение. Функциональное. Включаем работу мышцы ягодиц, мышцы спины. И снова наш любимый кор. Внимание, только правой. Давай. Хорошая музыка, хочется затанцевать сегодня. Хорошо. Есть, меняем ногу. Центр тяжести смещаем. Продолжаем работать в том же темпе. Ни в коем случае не отдыхайте. Прекрасно, 4. 3, 2. Отлично. Есть. 5-е упражнение второго кружка. Снова ковер и снова прямая мышца живота вместе с поясницей. Итак, внимание. Большие скручивания, ротация в правую, в левую сторону. Движение с касанием вправо-влево. Округляйте спину, втягивайте живот. Вращайтесь медленно. Пить есть еще рано. Друзья, держимся. Буквально 2-3 минуты я вам дам отдохнуть, и мы с вами пойдем на второй круг, ой, на третий круг.
Поехали. Вниз. Супер. Вниз. Только вправо. Правой рукой. Упражнение очень напоминает лучника. Да, натягиваем тетиву. Смотрим, куда мы натянули. Не совсем с хорошей техникой. Левой также. Оп. Вытягивайте руку. Тянитесь к краю ковра. Найдите какой-нибудь подальше от себя отметку для того, чтобы потянуться, чтобы понять амплитуду движения своей руки и поворот корпуса. Все готовы? Есть. Дальше руки заводите. Руки должны быть где-то над макушкой. Либо линия затылка. Это очень хорошее положение рук для напряжения живота и поясницы. Прекрасно. Поднимаем ноги попеременно. Правой. Левой. Я подобрал очень хорошие упражнения, они доступны для всех, но для тех, кто любит, как всегда, интенсивные тренировки вместе с GoFitness, вместе со мной, ну, конечно же, это именно все тренировки, которые проходят именно сейчас. Давай, 4, 3, 2, последний самый, пресс, ротация. Причать, да? Музыка хорошая, можно потанцевать. Чувствуете, да? Прямая мышца, поясница, все работает. Идем дальше. Держим только планку. Вот такой планка на предплечье. Хорошо прорабатывает тянцы мышцы живота, снова поясница. Есть! Поменяйте сторону, также через подъем, поворот. Так, буду к вам лицом. Держим. Итак, друзья, мы закончили с вами второй круг нашей тренировки. Сделайте глоток воды. Мы с вами начинаем третий круг. Довольно-таки серьезный третий круг. Коврик сразу же можно оставить на полу, потому что партерная часть, то есть, вернее, часть вверху, она не будет сильно затяжной. Снова будем работать с ногами. Итак, глоток воды, начинаем. Чтобы вам было понятно, коврик немного в диагональ. Небольшая прыжковая работа после силы. Все готовы? Угу. Право-влево, сетач. Перешагиваем через ковер в диагональ и обратно. Готовы? Право, влево диагональ, право, влево диагональ. И вернуться обратно. Поехали! Гоу! Широко шагаем. Прыжка. Передвижение. Диагональ. Давай. Еще быстрее. После силы, как ноги ваши. Великолепно, да? Отдыхаем. Смотрите, мы отдыхаем с вами через ковер. Нам приходится немного приподнимать ногу. А теперь представьте, что это не ковер, ну, какая некая скамья, либо барьер. Правой. Левой. У кого плохо с импровизацией, с визуализацией, друзья, поставьте табуретку, либо обеденный стол и перешагивайте через него. Да, поднимайте ноги выше, скручивайте корпус, работайте бедром и всем телом, в тазобедренном суставе. Это очень интенсивное упражнение. Только вправо. Step touch. Только вправо. Step touch. Только вправо. Молодцы. Step touch. Только вправо. Только влево. Step touch. Отлично.
Замелите. И снова. Подъемы вправо-влево. Поднимайте ногу выше. Колено, сустав где-то на середине всего корпуса. Центр грудной клетки. Это эффективность нашей тренировки, приводящая бедра. Степ-тач. Отдых. Как дела? Поднимается пульс. Третий кружок. Три шаги. Метр. 50 сантиметров. Где-то такое расстояние. Прыжки с одной на другую. Мое любимое упражнение. Крикобежец. Крикобежцам привет. Смотрите, я переступаю через ковер, пытаюсь затянуться. Сайд. Прекраснейшее упражнение на мышцы бедра. Отводящая, приводящая. Мышцы ягодиц. Все вместе. И круг. Можете работать руками. Можете их зафиксировать. Как вам нравится. Я не требую много функционала. Его и так достаточно. Ноги широко. Стопы параллельно. Вправо. Круг-круг. Влево. Коврик по центру. Удерживайте всегда прямую спину. Разгоняемся. Третий кружок. Есть только вправо. Давай. Посмотрите, какая будет функция. Просто представляем ногу. Молодцы. Очень хорошо. Перешагиваем. Супер! 4, 3, 2. Есть! Выпад налево! Фух. Прекрасно, вставили правое. 2. Второе упражнение, третий круг. Молодцы! Опция! Поехали! И выпад! Мощное отталкивание. Друзья. Опция. Опция. Поехали. Четыре. Прекрасно. Три. Еще прекраснее. Два. Отдыхаем. Идем дальше. Я не танцую, это упражнение можно повторить со мной, посмотрите. Внутрь, в сторону. Идем дальше, опция. Поехали. Стороны, параллельно. Стороны, параллельно. Дыхание ровное. Вниз. Снова сумо, без движений. И три, два, две. Стопы вместе. 3, 2, 5. Стопы параллельно. 3, 2. Стопы параллельно. 3, 2. Параллельно не надо, только приседания. Начинаем. О, хорошо. Финиш упражнения. Третий круг. Очень интересно, что будет дальше. Давим. Перешагиваем и давим. Четыре. Три. Хорошо. Два. Последний. Тайм-аут. Очень хорошо, следующий партнер начать. Друзья, еще немного времени. Держитесь. Я с вами, вы со мной. Ролл Фитнес вместе с нами. Ролл Фитнес нас. Руки, планка, степ-тач ногами. Широко шагаем только. Широко. Для того, чтобы увеличить немного нагрузки и чтобы хоть как-то напрячься, я постараюсь вам сделать движение
в направлении диагональ. Поднимаем руки. Когда представляете ногу, вы поднимаете руку вверх. Вот такое хулиганство у нас сегодня здесь. Молодцы, 4. 3, 2, внимание, ваше любимое упражнение. Планка на предплечье. Планка на предплечье, ваше любимое упражнение. 4. Упражнение. 3 круг. Почти финишная прямая. Держите. Нагните правую ногу в колено. У кого это не получается, ногу согните в колено, сделайте опору, стойте в планке, выполняйте жим ногой. У кого все получается, тоже молодцы. Продолжайте дальше. Планка. Планка, держим. Живот тянули, сильный пресс. Ногу левую сгибаем в колено. Сейчас вот на себя. Жим темп. У кого не получается, помните. Колен. Молодцы, очень хорошо. 4, 3, 2. Держим планку на прямых руках. Тетач. Два. Ноги широко. Положение лежа, руки широко. Взгляд направьте вниз. Гиперэкстензия. Вдох. Вверх. Выдох. Вниз. Отлично. Вдох. Вверх. Выдох. И вниз. Отлично. Молодцы. Большой палец руки вверх. И на каждый счет. Открывайте корпус, грудную клетку. Делайте вдох на выдох. Опускайтесь вниз. Не забывайте, что прогиб, гиперэкстензия — очень эффективное, хорошее упражнение на мышцы поясницы, мышцы ягодиц и плечевой пояс. Прекраснейшее упражнение, делайте его. 4. 3. Подъем корпуса. 2. Последний самый. Хорошо, идем дальше. В завершении всего, друзья, держитесь. Руки. Ширина плеч. Опора. Ноги согнуты в колено. Прыжки через ковер. Помните, да? Мы с вами шагали с тетачки и выполняли махи руками. Здесь я предлагаю то же самое выполнить мах руками. Отлично работает прямая мышца живота. Отлично работает пресс, ну и, конечно же, ноги, о которых говорилось ранее. Друзья, это последнее упражнение. 3, 2, 1, тайм-аут. Все. Супер. Закончили нашу с вами тренировку. Прекрасно. Сделайте глоток воды, я немного вас растяну. Стопы. Ширина кости таза. Руки. Дальше линии таза. Посмотрели вверх. Лопатки отвели назад. Дыхание ровное. Скрутили корпус, посмотрели назад. И вот тянут. Молодцы. И другая сторона. Прекрасно. Ноги широко. Хорошо. Левой рукой тянемся к стопе правой. Отлично. Правой рукой, так и левой. И еще лучше. Двумя руками вперед, вы ко мне, я к вам. Просто нет слов. Ноги скрестно, лопатки свели вместе. Посмотрели перед собой, растянули грудные мышцы. Хорошо. Право вверху, небольшой наклон влево. Лево вверху, небольшой наклон вправо. Округлите спину, потяните широчайше, выпрямите живот, тянут подбородок, прижат. Хорошо, ваше любимое упражнение. Вот такие перекаты. Не забывайте, что перекат мы делаем до нижнего края лопаток. Ни в коем случае не до удара головой о пол.
берегите соседей, берегите голову, расправьте плечи, потянулись вверх, сделайте глубокий вдох и выдох, снимаем напряжение, еще раз делаем глубокий вдох, снимаем напряжение, заряжаемся. Друзья, пятница, Gold Fitness онлайн тренировки. Всем пока, много сил, хорошего настроения, вы молодцы. Счастливо! Счастливо!